Несмотря на то, что до окончания судимости, до ее погашения, мне осталось чуть больше трех месяцев, там 3 месяца и несколько дней, мне хотят установить каким-то образом надзор на полгода. Мотивирую это тем, что у меня были уже 3 протокола по административным правонарушениям. Все верно, протоколы действительно были. Это были протоколы за митинги, за акции. Ну, да, все верно, протоколы есть, только я не понимаю, каким образом можно устанавливать человеку надзор на 6 месяцев, если у него судимость будет погашена раньше. Что-то мне подсказывает, что даже в стране, где президентом является роторная жатка, а не обмолот, это может не получиться. Вот, то есть я не знаю, у меня вообще большие подозрения, что это инициатива снизу, скажем так, а не сверху. У меня большие подозрения, что это инициатива московского РУВД, а не там, каких-то великих и ужасных КГБшников и кураторов. Зачем это делать на фоне того, что скоро у нас парламентские выборы, и где надо показывать Европе 32 своих зуба, расплывшихся в улыбке, и показывать, какие мы классные парни. Зачем преследовать по политическим причинам человека и привлекать внимание, мне непонятно. Что-то мне подсказывает, что, возможно, кто-то за это решение получит по шапке.